Поезд помощи Донбассу из 41 вагона с гуманитарной помощью встретили на станции Иловайск. Сбор помощи организовали Народный фронт, РЖД и регионы России. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, стройматериалы и многое другое. Всего 18 мая из Москвы на Донбасс отправились 68 вагонов и почти 2500 тонн гуманитарного груза. Собирали гуманитарную помощь в 60 регионах России. Ранее 27 вагонов уже прибыли в ЛНР. Каждый населенный пункт получит именно то, в чем наиболее остро нуждаются его жители. За счет того, что мы работаем ежедневно, в том числе и на освобожденных территориях, да, у нас уже был перечень, который мы понимали, самое необходимое, то, что действительно на сегодняшний момент нужно людям, и это учитывалось при формировании гуманитарного груза. Все самое необходимое, исходя из того перечня, с которым мы сталкиваемся каждый день, работая на освобожденных территориях, да, то есть вот сегодня это приехало сюда, в ближайшее время это будет распределено и доставлено уже в администрации городов, районов Донецкой Народной Республики.